Для любителей GTA 5 очень рекомендую канал Кузи. Куча интересных гличей и багов, обзоры обновлений, секреты и многое другое. Канал Кузя Пончик ТВ. Подпишись и стань гуру багов GTA. Все ссылки в описании и аннотации на экране. Всем привет, с вами Такс, это снова пасхалки GTA 5. И сегодня у нас пасхалка снова с лафофорой, которая превратит нас неизвестно еще во что. Находится она вот здесь. Это недалеко от аэропорта Тревора, находится она вот тут вот прямо, ставьте меточку вот сюда. К этим двум домикам ставьте метку где-то вот здесь, смотрите. Прям вроде четко поставил. Находится она вот здесь вот, около вот этого обрывчика небольшого скалистого. Здесь около кустика лежит наш кактус. Наш съедобный кактус. Давай, 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 кушай, кушай. Жри! Жри, жри. Это как за деньги на MTV было, там должно что-то было жрать за 100 долларов, там люди жрали, там готовы были на все. Как-то там называлась так передача, и превращает она нас в сраного пуделя, в пуделька, в пуделька маленького. Слушайте, так, чтобы мне такса выпала, было бы ироничней. Так, смотрите-ка, я здесь слышал где-то кошку, кошку реально слышал, вот. Отвечаю, где-то рядом. Я вот лаю, лаю, а ее нету, но она здесь по-любому есть. Сейчас найдем чуть, по-любому найдем. Вот давай, 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 давай. Какие они неуправляемые животные все-таки так. Угу. Вон я вижу, убегает, убегает. Вон я видел в кустах видел. Давай, давай, догоняй, догоняй, догоняй. Блин, я случайно нажимаю еще и на лай. Мы можем так спугнуть. Вон, вон, это курица, интересно. Сможем ли мы догнать курицу и атаковать ее? Да, 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 изнасилуем ее, изнасилуем. Давай, давай, красавец. Кстати, пасхалка с курицей... Кстати, пасхалка с курицей тоже существует, но за неимением того, что ее записали все, я решил ее не записывать. Ну вот, мы загрызли курицу. Вроде такая безобидная собачонка с зеленым ошейником, а вот такие вот дела творит. Я думал, она будет не так интересна для меня, но на самом деле довольно-таки опасное животное, которое может даже, наверное, загрызть человека. Это мы сейчас и проверим. Прямо по курсу я вижу, кажется, корову. Если это корова, интересно, забоится ли он? Это бык. Слушайте, не боится, сука, не боится. А, нет, это корова, это корова. Вот давайте ее прям за вот это вот чудо. И сразу сдохла. Нет, не верится. Вот смотри. А, нет, 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 нет. Зараза-то, вы посмотрите, насколько опасен этот щенок. Охереть. Просто все поголовье скота может так уничтожить на этой ферме. Довольно-таки интересно. А фермер здесь есть? Ну-ка, ну-ка. Близко не подходим прям. Медленно, медленно, аккуратно. Интересно, чего вы вдоль что жрете траву? Давай вот прям за это, вот, за вымя давай, за вымя, за вымя. Молочка попьем, давай, давай, опа. Все, два удара и все, и коровы нету. Хм. О, а это-то уже все поняла, свои ошибки. Так, ну не свои, а своих сородичей. Непропорционально стоит наша собачка. И там еще вертолет разъезжает, разлетывает здесь, смотрите-ка. А мы аккуратненько спускаемся, смотрите, просто под углом. Таким наикрутейшим, что, мне кажется, это уже не собака, а чаук-паек. Человек-паек. Твою мать, Человек-паук. Прямо на нас едут менты. Не задавили. Ну-ка, если я ему полаю. Ну-ка, ну-ка, асап, асап, бастерс. Вылезешь ли ты из машины и прикончишь ли меня? Маленькую безжалостную собачку-убийцу. Ехал мимо. Не нарывается на проблемы, смотрите-ка, а? Умный. Так, я прибежал в город, я прибежал. Так, 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 секундочку. Вот здесь по-любому есть собаки, а самое главное, я хочу найти собаку. Интересно, как с Чопом, помните, во время миссии, можно ли совокупиться с другой собакой? Ну, для начала я загрузу пару-тройку человек по пути, почему бы и нет. Меня же не прикончат они за это. Ой-ой-ой, а тут и забежать-то наша маленькая собачонка даже не может. Хм, и они свалили, вот же засада-то, а. Че, ну-ка, давай. Ой, я между ноги прям. Ой-ой-ой. И деньги выпали оттуда. Что-то тут не так. Наверное, героины и всякие другие наркотики она могла пронести вот у себя там в утробе. Хм. Не зря ведь наша собака ищейка туда укусила, ведь они знают, где хранятся вот эти все вещи, да. Так, надо бежать, пока менты нахрен не убили. Так, стоп. Да-да-да, слушайте, слушайте, если лаять, то. Собаки с цепи где-то рядом рвутся. Либо стрельба какая-то происходит. Я что-то не могу разобрать по звукам. А, да. Типичная деревня, что перестрелочка тут началась. А я-то уж надеялся, что собачка. Чувак уже лежит, уже издыхающий. Может, поможем ментам? Хотя нет. Я буду наблюдать за этим.
О, да. Мне кажется, это человек си... Нет, это собака. Что-то разомылилось. Еще и кошка есть рядом. Так. Сложный выбор. Так, ладно. Уйти с дороги главное. Сейчас, смотрите. Довольно-таки большая и опасная собака. Ну-ка, подойдя к ней, что будет? Че смотришь, сука? Че смотришь? На! И тебя, и тебя, и тебя. И побежал, побежал, я побежал. Все. А, и свою же ударил. Вот дебилка-то, а. Нифига, вы видели, какого я... Бультерьера или кто это был? Даже не успел разглядеть, как просто... Цап и все. И нету. Офигеть. Это реально. В Тихом Омуте черти водятся. О, там брутально прям такая собака. О, машинка из поезда приехала. Хм. Наверное, так съедет. Так, я видел кошечку. Точнее, слышал. Еще не видел. Ну, наверное, от моего лая она успела свалить. Опа, опа. Во, нашел, 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 нашел. Догонь. Сучка, еще тут... Где ты его? Где ты порыл ее? Собаку, собаку, собаку. Так, слева куда-то свалила. Догоняй. Куда? Куда могла... Куда? Ну ладно, ты уже свою кошку как минимум потерял. Вот скотина какая, а. Быстрые, быстрые кошки, тварюги. Так, нет, мне кажется, я уже не найду. Бессмысленно. Если же она сюда не свалила куда-нибудь. Так, меня напрягает этот придурок, который за нами бежит. И уже не бежит. Так, ну поскольку вся живность уже посреди ночи спит, конечно, и мы уже вряд ли кого-то найдем, я бегал уже полгорода, и никого из живых людей даже я не встретил. Либо мы всех перебили, либо спят все, и я, пожалуй, тоже лягу спать посреди этих кактусов. Всем спасибо за просмотр, с вами был Такс. Ставьте большие пальцы вверх, чтобы были следующие пасхалки. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем пока! Все интересные ссылки в описании.